На прямой связи с большой игрой Мария Владимировна Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мария Владимировна, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Вчера наделало, в общем, много шума, серьезный резонанс вызвала ваша статья, которая вышла в российской газете под заголовком «Мировой лидер черной трансплантологии. На Украине органами торгуют и в онлайне, и офлайне». Это действительно проблема, которую многие знают, многие о ней подозревают, но о которой очень мало говорят, а на Западе не говорят вообще. Вот действительно, проблема-то очень большая. И почему дипломаты теперь этим занялись? Хотя, дипломат, наверное, нет таких проблем, которыми не занимаются дипломаты, не так ли? Спасибо вам большое. Я хотела бы выразить признательность еще и российской газете, которая этой теме моментально действительно придала особое звучание, выделив соответствующее место в своей плотной верстке. Но это действительно переходит все границы разумного. И вы задали вопрос, кстати говоря, на мой взгляд, совершенно справедливый. Почему дипломатия? А, во-первых, не только дипломатия. Эта тема не новая. Первое сообщение и первые данные о том, что этот бизнес набирает обороты, появились еще в 90-х. А дальше все это набирало масштаб именно в параллель с разрушением украинской государственности. Пласт за пластом уходили все контрольные функции у государства, я имею в виду Украину. Вместо того, чтобы осуществлять контроль и держать руку на пульсе, проводить расследование, как вы прекрасно понимаете, все эти силовые ресурсы концентрировались совершенно в других местах. Коррупция, мздоимство, дикие истории применения силы для разборок и так далее. И плюс к этому еще Запад, который как бы помогал Украине вставать на рельсы демократичности, а на самом деле просто кирпичик за кирпичиком вынимали из фундамента государственности все опоры. Ну и затем эта история, конечно, стала действительно по-настоящему масштабной после 2014 года, когда, как вы помните, киевские режимы, новые проамериканские власти, вот эти все тягнебоки, яценюки и так далее, пустили танки на Донбасс, и это уже стало всемирной проблемой. Всемирной. Это никакая не локальная проблема Украины, потому что при всех ее пороках, как вы понимаете, такие вещи такого масштаба и с такими деньгами в рамках одного государства никогда не появляются. Ну а после 22 года, как все мы прекрасно знаем, потому что мы об этом говорили неоднократно, это уже переросло в какие-то неконтролируемые, даже на черных их, я не знаю, как это правильно сказать, рынках или в теневом секторе, сферах. А почему? Да потому что за последние годы режим Зеленского, и это вам, пожалуйста, доказательство, те, кто остаются скептиками, говорят о том, что да нет там никаких черных трансплантологов, вот так же они говорили раньше, никаких там нацистов нет. Теперь вот я вам могу сказать, доказательства привести. Дело в том, что за пару лет, особенно за последние полтора-два года, режим Зеленского подвел законодательную базу, которая вообще упростила, не упростила с точки зрения вещей благородных, высоких, да, спасения людей, детей, проведения сложнейших операций, а именно с точки зрения того, чтобы не осталось никакого контроля над этой сферой. И в этой статье приведены цитаты из тех законодательных актов, которые принимал киевский режим. Ну, во-первых, теперь уже они просто снивелировали, привели к минимуму какое-либо согласие человека на то, что будет с ним, с его телом, с его плотью после его смерти. Но они пошли еще дальше, они этим не ограничились, они сняли даже, они разрешили, во-первых, во-вторых, это очень важно, во-вторых, они разрешили частным компаниям заниматься подобными операциями. А вы представляете, что такое частные компании на Украине? Ну и в-третьих, это очень важно,
Они даже убрали налоговый контроль с подобной деятельностью. То есть таким образом получается, что и с точки зрения функций силовых структур, и с точки зрения законодательной базы, и с точки зрения финансового контроля все эти механизмы были практически сняты. И я вот об этом говорила и подчеркну еще раз. На Украине за последние годы создан режим максимального благоприятствования для торговли незаконными органами, для изъятия незаконных органов и для того, чтобы не было практически никакой возможности привлечь этих людей к ответственности. И да, мне кажется, нужно, отвечая на ваш непосредственный вопрос, почему дипломатия, скажу, что не только дипломатия, это и следственные органы, потому что ведь факты изъятия органов появлялись еще с 2014 года. Но почему именно дипломатия сейчас трубит во все трубы, звонит во все колокола? Да потому что мир и конкретно Европа проходила все то же самое, но в меньших масштабах. Я уверена, что в меньших. О масштабах того, что творится на Украине, мы только сможем узнать позже. Европа проходила это, сколько получается, 20 лет тому назад, чуть больше 20 лет назад, Косово. Ведь Косово стало центром черной трансплантологии. И тогда тоже не верили. И тогда тоже все смеялись, все говорили, что это выдумки, что это просто молодое нарождающееся государство, которое борется за свою независимость, и что Россия все придумала. А потом вышла книга Карло дель Понте, которая является, как вы помните, она была человеком, лицом, душой, я не знаю, мозгом, всем. Она олицетворяла вообще саму работу, связанную с Международным трибуналом по бывшей Югославии. Но книжка появилась не тогда, когда она была при должности, а тогда, когда она, видимо, смогла говорить. То есть тогда, когда она вышла в отставку. И в этой книге черным по белому было написано, что да, это были огромные масштабы черной трансплантологии в Косово. И да, этим занимались как раз представители так называемой, ставим это в кавычку, в кавычках, косовской какой-то там освободительной армии, а на самом деле бандитов, которые действовали под эгидой неким или под лозунгом некой освободительной армии Косово, а на самом деле спонсировались Западом. Для чего? Для того, чтобы все эти незаконно вынимаемые, изымаемые органы шли на Запад. На Запад они шли, потому что тогда, в 90-е годы, именно Запад заказывал весь этот биологический материал, он был в состоянии, в силах это сделать. Вся Восточная Европа была нищей, там ни о какой государственной системе, так сказать, налаженной никто даже и помыслить не мог, если говорить даже о легальной части этой страны. Частные частники, естественно, никто все же вы прекрасно помните 90-е. Запад являлся главным заказчиком и спонсором черной трансплантологии в Косово. Именно поэтому там, в Косово, свято чтут память, устанавливают памятники Мадену Олбрайт, Клинтону, муж, в скобках муж, да, президенту бывшему, супругу кандидата в президенты. Именно поэтому, потому что это давало колоссальные возможности людям на Западе, вот этому самому золотому миллиарду, видимо, доживать до каких-то там уже сотен лет и далее, за счет органов населения бывшей Югославии, в первую очередь сербов, но там были не только сербы, потому что это давало колоссальные прибыли и так далее, и так далее. Страшная история. Поэтому этот мир уже проходил. И поэтому сейчас нужно этому посвящать заседание Совета Безопасности. Нужно об этом говорить на всех площадках. Никогда вы это не услышите в Совете Европы. Вы никогда не увидите ни одной европейской, или американской, или канадской неправительственной организации, которая бы взялась эту тему каким-то образом изучать. Но мы будем ставить эти вопросы, потому что это страшно. Потому что, несмотря на то, что, конечно, в первую очередь под нож черных трансплантологов легли, ну, это даже слово «легли» здесь не подходит, а стали жертвами
граждане Украины и вооруженных сил Украины, но ведь это может касаться всех, это может касаться тех, кто находится в зоне боевых действий в виде боевиков, в виде тех же самых зарубежных, как бы журналистов, которые туда приезжают освещать и сторону, контролируемую киевским режимом и так далее. Это еще одна черта вот этой страшной морды киевского режима, жуткой. И вот когда говорили о том, что вы там, помните же, на какое-то время назад, год назад, говорили о том, что, ну, не надо, как нам говорили западные так называемые партнеры, да, они говорили, не надо преувеличивать, и смеялись, когда Россия говорила о геноциде населения Донбасса, о том, что там фашисты, о том, что это националистический, нацистский режим. Не надо преувеличивать. Да мы не то, что не преувеличивали. Мы говорили о базисе, об основе их сущности. А детали всплывают и будут всплывать дальше, которые будут говорить о всем ужасе того, что сейчас происходит в Европе под эгидой вот этой натоцентричной оси зла. Ну, надо сказать, что еще до появления трансплантологии, во время Второй мировой войны, нацисты в Германии и Японии проводили самые бесчеловечные эксперименты над людьми, вырезали органы. И, надо сказать, практически никто из них не понес вообще никакой ответственности. Наоборот, их пригласили еще в престижные западные университеты и клиники для того, чтобы они там продолжали свои исследования, так называемые. На самом деле, это характеристика, знаете, просто нацистского режима. Я хочу отметить, я подчеркиваю еще раз, это очень важно, чтобы меня правильно поняли, потому что мы с вами обсуждаем такую чувствительную материю в прямом и переносном смысле. Вот вы сейчас упомянули о нацистской Германии. Вы же вдумайтесь, что вы сказали. Вы сказали, они проводили опыты, они развивали свою науку. Это очевидно находящееся вне закона юридического, вне закона морали и нравственности деятельность. Но хотя бы, то есть это не то, что их за это можно оправдать, но они хотя бы мотивировались, да, каким-то, я не знаю, пусть расчеловечным, но познанием, да, я еще раз говорю, это все черной краской замазано, это все, на этом на всем стоит печать Нюрнберга, это все страшнейшие вещи, но еще раз говорю, сейчас-то еще страшнее, потому что они все это делают не для познания, не для собственной нации, не для спасения, я не знаю, какой-то группы своих людей и так далее. Вы поймите, что это еще страшнее, это какая-то совершенно новая, непознанная нами ступень расчеловечивания. Она сопоставима, на мой взгляд, с проведением экспериментов над собственными детьми в Штатах, Канаде, в Британии, теперь уже и в Европе, в ЕСовских странах, когда детям не просто разрешают, а свои же родители приводят к врачам для того, чтобы врачи делали из детей как бы людей другого пола, а на самом деле каких-то гормонально зависимых непонятно кого. И здесь то же самое. Своих же, ведь киевский режим своих приносит в жертву для того, чтобы наживаться на этом и продавать это все тем самым, кто живет в цветущем саду, как говорил Боррель, тем самым, кто представляет золотой миллиард. То есть это руководители государства Украины, по крайней мере, у них формальная привязка-то есть к этому, которые пообещали своему народу прекрасное будущее, которые стояли на коленях перед этим народом и молили о том, чтобы народ поверил им, что они приведут их в настоящую светлую будущую жизнь. И так обманули и заставили. Просто заставили сначала поверить им, а потом напринимали законов. Это я вам сейчас говорю только, мы с вами обсуждаем только часть, связанную с трансплантологией черной, нелегальной. Но ведь также по всем аспектам. То есть это тогда, когда в заклание идут свои. У нацистов, у фашистов такого не было. Они говорили о том, что они все это, весь этот ужас, весь этот ад, всю эту жуткую, страшную, преступную деятельность проводили в отношении других, вы же помните, сохраняя себя в качестве некой такой элитарной общности.
здесь-то Зеленский и вся его кодла, вся его банда проводят эти эксперименты над своими. Они раздают свои земли, они отдают свою продукцию за гроши, они отдают своих детей, и Европа уже не знает, что делать с этими детьми легально, получая и их. Не знает, потому что все представители, например, Северной Европы, Европейского Союза, Центральной Европы говорят о колоссальных количествах детей с Украины, которые приезжают в их страны и полностью растворяются. А теперь дошло до вот этих жутких, страшных фактологических данных о черной трансплантологии. И то, о чем я тоже писала в статье, ведь все это является предметом онлайн-торгов в интернете, в сети. Да, это Darknet, так называемая, это так называемая нелегальная, неконтролируемая часть интернета, но она существует, она очень активна, она предлагает большой диапазон ассортимента украинских органов. Это прямо так и написано. Это и возможность приобрести сердца, другие органы, есть цена, есть сроки доставки. Мало того, что четко отмечено, что это только поставляется, значит, в страны Европейского Союза, ну и так далее, и так далее. То есть это та степень, я не знаю, деградации в данном случае и личности, и общности, которую, я считаю, мир даже за 20 век еще не проходил. Надо сказать, что действительно на Западе там появляется вот не пойми кто, которые вдруг становятся ни много ни мало как спикерами вооруженных сил Украины. Был там некто Майкл Джон Чирилло, который неожиданно стал Сарой Эштон Чирилло и сейчас является представителем, официальным представителем вооруженных сил Украины, высказывается от имени как раз ВСУ. И вот давайте послушаем, что оно тут сказало. В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим флагом сражаемся за свободу, а они за тиранию и диктатуру. В том, что мы люди, а они практически наверняка нет. То есть русские не люди, а они, ну, наверное, американцы, потому что украинцы там тоже на органы в основном. То есть они и украинцев ведь тоже за людей не считают. Как вам, так, не знаю, вообще-то, ну, если бы это были нормальные вооруженные силы, можно было сказать коллега, но это точно не коллега. Ваше отношение, Марина Владимировна? Вы знаете, двоякое. С одной стороны, конечно, безусловно, ну, что тут сказать, правда, без иронии, без сарказма, ну, лучшей демонстрации того, что представляет собой киевский режим и вся эта ситуация, быть не может. Когда вооруженные силы, неважно, в том или ином направлении, но так или иначе, вооруженный силовой блок, одно из направлений силового блока нынешней Украины представляет человек, который приехал из другого государства. Ну а что еще может быть, я не знаю, адекватнее, объективнее и так далее? Не тот, который приехал для того, чтобы помочь, я не знаю, гуманитарную помощь привел и так далее, привез, или помочь на фронте им, допустим, даже искренне и так далее. Нет, а какой-то, я даже не знаю, заброшенное нечто, которое должно мобилизовать по одному конкретному принципу, по принципу гендерности. То есть он должен отрабатывать, он должен как бы представлять Украину для тех миллионов, а это миллионы в Соединенных Штатах Америки и в других НАТО-центричных странах, кого уже дурманили вот этой гендерной бредоденью, вот он же для них должен это говорить, для того, чтобы тоже их рекрутировать, вот эти самые информационные войска киевского режима. Поэтому лучше для того, чтобы вот лучше описать ситуацию, нежели было привести такого человека на такую позицию, невозможно. То есть мы можем с вами сколько угодно говорить, и все равно найдется кто-нибудь, кто скажет, ну, наверное, это только позиция Москвы. На самом деле там обстоит дело, наверное, несколько по-другому. Вот, пожалуйста, как обстоит дело на самом деле. Извините за тавтологию. А второе, я же сказала, у меня двоякая реакция, двоякое восприятие. Второе,
Но вы поймите, ведь Украина – это те же самые украинские солдаты, которые сражались, не зная о том, что они на самом деле представляют какую-то другую нацию или другой народ, с нашими дедами. Это же страна, сейчас ставшая государством, но сейчас она уже прекращает быть тем полноценным государством, которым могла бы быть. Но это люди, это народ, который веками трудился, работал, обрабатывал землю, создавал памятники культуры. И вот это ощущение трагизма, когда вот такое представляет Украину, не потому что оно живет среди граждан Украины, получилось так по жизни, а потому что это очередной проект, вызывает ощущение, с одной стороны, ну, наверное, я не знаю, но это какой-то, вы понимаете, это какой-то, когда ты видишь, как разваливается государство, народ, и как они не могут даже противостоять тому, что им претит. Это, конечно, трагично для них, это трагично для Европы, это трагично для человечества, потому что на наших глазах происходит распад и государства Украина, и общества, и народа Украины, и это уже процесс необратимый, если они дошли до этого. Если они позволяют тому, что даже не может воспринять ни один гражданин Украины, это невозможно воспринять. Если вы почитаете эти отзывы и отклики, ведь люди-то в шоке, это еще до глубинки не дошло. Они даже не понимают, о чем идет речь. Вы представляете, да? И несмотря на это, их переламывают. Значит, дела совсем плохи. Да, дела там совсем плохи. Но, понимаете, вот это Чурило, оно действительно символ и деградации Америки, и нынешнего украинского режима, который квартал 95, но уже в таком, ну, реальном жизненном исполнении. Но самое главное, что мы должны понимать из этого. Мы, на мой взгляд, должны понимать, что нас-то они за людей действительно не считают в Соединенных Штатах Америки. И украинцев они за людей тоже не считают. И вот это действительно означает, что наша-то борьба в данном случае, она абсолютно оправдана, вот просто на 100%. Мы благодарим Марию Владимировну Захарову, директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел, которая нам лишний раз доказала, что наше-то дело правое, и победа будет за нами.